И всем привет, с вами Блюкает, и сегодня я расскажу вам страшную историю. Ладно, всем привет, с вами Блюкает, и сегодня я опять буду играть в Toilet Fight. Тут вышло новое хэллоуинское обновление. Я прошел 100 уровней и получил дипломена сектанта. Сектант. Скоро таким же сектантом, я слышал, станет... О, дайте кто. Станет духобум. Скоро вот это вот. Но станет сектантом. Ну, что-то валюты, не удивляйтесь. Если вы смотрите блогеров по этой игре, то вы поймете то, что это очень редкая валюта, такие единицы. Такие есть только у меня и моего друга. Это очень редкая валюта. Это сверхредкий вид валюты. Реально. Так, у меня новый персонаж Тыквамен. Пойдемте его испытывать, играть за него. Такой-то он будет мощным. Ранен, не с одного удара. Опять. Вау, я так Кто у него еще есть? Кто у него еще есть способность? Вау. Тыквамен, сектант, это топ. Очень сильный персонаж. Я еще не видел, как они... Он в настоящем бросил. Блин, что? А. Ну, конечно, не такой быстрый, как была у меня спикер-вумен. Очень крутой, страшный. Прям Лео подходит под свой цвет. Это Кибиди-мутант. Напомню, только вот... Это Тыквамен. Такой вот Тыквамен. Тыквумен. Тыквамен. До босса осталось 7 уровней. Ну, 6. Ну вот, он довольно такой гигантский, что там такой крутой рел. Эх, такой мам. А, она только на одного этот игру работает. Я тебя напугаю. Гагаю. Там крутой, то что это не как какой-нибудь спикер-вумен там. Способность. Это он перезаряжается только ровно в секунду прям. Мне вообще не перезаряжается. Яд это топ. Облако из яда. Какое облако? Тыква. Ядовитая тыква это топ. Пусть он, конечно, ну, допустим, он не самый быстрый персонаж, то есть файтер, но он все равно очень мощный. То верьте. Скибиди ученый? Как он, кстати, с ним справится? Если я тыкву сажу к ним, то нас по одного конь убьет. Так я буду делать это долго. Делаю все по-простому. Нелегко его этих гаденышей одолевать. Это нелегко. Хух, их одолел. Из него очень трудно это проходить. Следующий, кстати, у меня будет глический бедист босс. Этот персонаж не особо быстрый. Думаю, мне придется брать спикер вуну. Так он очень мощный, все равно. Я расскажу тебе страшную историю с летучими мышами. Мышами. Шутками. Этот самый... Как он тут? Живется окей все? Okay,
всем кайфово. Ну, всех отравили и пойду играть дальше. Так. Так, что поменялись, вот так щит с кнопкой это отковать. Ловите! Лови, пацан. Вот тебе страшная история. И пока. Короче, пока, бро. Ой, ё, да, босс. Капец. Ну, конечно, это можно. Они уже атаковать не успевают. Ну да, как я говорил, глич. Он очень быстрый. О, ну, он вообще не быстрый. Он очень медленный. Пойдем собрать кого-то посильнее. Минус в том, что он орил очень медленный. Я сейчас вот возьму просто вот это вот чел. Допустим, это не Спикер Вумен, но он тоже адско быстрый. Допустим, он даже не такой сильный, как Спикер Вумен. Он не сильнее Такомен, но он, я помню, кажется, довольно-таки быстрый. Так что эти ниндзя-приемы там вверх прям. Нет никаких пока особых звуков. Тут надо вертеться, чтобы не залагало, не сломалось с камерой. Я прошел, надо тут вертеться. Это проходить надо. Так. Вот так как-то типа делать. Ну, как-то криво. Почему ты так долго медлишь? Ну, все равно она тройная эта штука. Давай я киякну через тебя. Конечно, такой реально прикольный, его можно видео снимать, прям такой каратист сверхкрутой просто. Тут к нему претензий нет насчет этого-то. Может, это вот претензий. Вот так тут-то. Ну. Шишется. Надо все-таки тут такие вот кривые приемы использовать. Блестяко. Не подыхай. Нет, я выжил. Вопрос. Этак там. Нифига мне нужно сейчас собирать эти тыквы. Если я уже всех прошел. Если я уже не всех прошел, то все собрал, если. Ладно. Глич он еще через много будет. Это делаю урон, что он мне сейчас очень пригодится. Все, что гораздо мощнее. Снега прокачкой. Все мощнее. Угу. Ну что, братан, так я буду убивать тебя очень долго. Раз, два. Это что такое, блин, бро в темном. Это что такое, чел в темном поле. Чел в темном этом. Скрин я вроде бы сделал, хороший. О,
поискали. Так-то. Раз. Два. А ты чё, жив? Скотобаза. Тут все вот так надо решить. Тут все решается страшной сказкой. Ну ладно, буду ждать следующего босса. Не знаю, как он пройдет. Кстати, будет это же мэн тут. И что, у меня 17 тысяч хп. Допустим, не так много у него, но все равно. Вау! Ядовитая тыковка. И все бьется леденцов. Это я очень мало сейчас могу поиграть за тыквомен, что потом он исчезнет, даже как он у меня был, но он исчезнет. Как он у меня был, но он рел исчезнет. Я пока буду играть и радоваться просто. Потому что такой сектант будет. Был, то есть, ну, есть пока что. Еще будет у нас сектант Дафакбум. Говорил ли это вам про то, что будет реально сектант Дафакбум? Это кто сейчас? О, опять нас Шипастик, авторский бегист. Шипастик, ты с этим шипом, он шипится. Это кто сейчас? Это... Заново мне придется играть. Получайте кадр. И все равно ассистент прям адско мощный. Я дам тебе меня ударить. Ну как изичник. Вот еще подарок на Хэллоуин для тыковки. И вот, и вот. Паукам проход запрещен. Потом мы тебя выгоним с нашего праздника. С таким вот человеком лучше не спорить. Я, конечно, не боюсь, но не страшновато. Он светился, этот вот. Ну, я говорю про этого скипидиста. Но что телевизор это типа. Вот бы они светились, эти вот штуки. Скорее бы настал уже босс. Как он, кстати, запускает эти раз? Он вот так, того вверх поднимает. Мне кажется, этот сектант крутой и мощный. Реально крутой. Самый конец. Реально, как я говорил, скоро будет сектант Дафакбум. Он будет таким страшным. Будет намного сильнее, чем Дафакбум. Надеюсь, этот сектант будет очень долго. Потому что у него будет практически миллион хп. Практически миллион, реально. Рил, я не шучу. Практически миллион. И где-то... Ну, я помню, где-то 1000 здоровья. Ну, побольше. Вроде тут против этих хорошо, я знаю, справляются мышки. Ну, пускай вторых. Братанов. До третьих даже все там выпустят. И мои мышки полетят на охот. Что? Еще? Ой, но мои мышки не улетели, и это прям в ходу. Они даже не дошли до меня. О, босс, кто это будет? Это Джимайн, я помню. Кажется, Джимайн, кажется.
Я уж так и грузинно знаю. Мне абсолютно, братан, пофиг на твои лазеры. И иду сквозь снег играть. Нажимаю, ну капец. Я бьюсь одну тыкву. Мне уже 12. Только фиг пойми, зачем они мне нужны. Сектант у меня уже есть. Но он не самый сильный, конечно. Нереально крутой. Вот, мне он очень нравится, этот чел. О, прям хэллоуинско-тыквенный спас. Это прям до хрена хэллоуинских тыков. Прям спас ранний тыквенный хэллоуин. Хэллоуинско-тыквенный. Тыквенно-хэллоуинский. Ох, как же тут мои шишки тебе ни одного урона не нанесли. Ой, ну моя эта штука, она очень серьезная. Опа, я вернулся. Офигенный урон. Урон 1750. Этого здоровья, конечно. Сейчас я сравню размеры других. Кстати, кто больше, камерамен или этот элегантозмен? Они одинаковые. Размер TV-мен, обычный спикер титан, вот такой. TV-мен титан, ну, чуть поменьше. Камерамен титан вот такой, самый большой. Вот это вот титан спикер. Этот он, посмотрю, размером, блин. Он, ну, даже больше камерамен титан, чуть капель. Если, стоп, кстати, 5 босса, 7 уровней. Если подумать, какой он может быть в сериале, это сектант. Это мрак. Что? Любят страшные фильмы. Он меня ударил. Мне очень нужен ты. Наконец-то будут меня бояться, не добавить твой. Со мной уж не связываться даже тебе. Представляете, сейчас какой-то встречный челик пришел. Говорит, где Доржок, он мне домой. Я говорю, ты меня на того напал. Я его ядом вот так поразил. Вот опять-таки забыл удившимся людям. О, вот вы. Что? Он на дорогу. Ты что? Ты еще один заблудившийся человек? Вот твой путь. Тебе пин. Ну, поняли. Ну, типа, последний уровень заблудившихся людей. О, вон, целых 3 заблудившихся. Что вам надо? Команда школьников. Вот ваш путь. О, заблудился чел. Вот и... Ладно, все, хватит эту фигню. Пойду дальше. Сектант топ. Топ. Потом последнего босса отдали. Так, так. Тот беханец. Если так-то умно говорить. Вы, пацаны, ну я вас не боюсь. Лучше вы меня бойтесь. Давайте бояться вместе. Хотя я вас и не боюсь. Ты кто такой?
О, мутант, ты не туда попал. Это не то место. Тут тебя убить. Ну, хотя, когда будет последний, это сильный босс, то его, когда пройду, то уже попрощаюсь с вами. Но так я пока не прощаюсь, пока я прохожу на изи. Это сектант топ. Топ! Топовый вообще чел. Что? Катана? Катан, раскатанись, пожалуйста, ради меня обратно. Откатанись к тебе же зад. Ой, я уничтожил, он сам же не уничтожил. Сам же уничтожился. Вот я сейчас рядом. О, что тебе? Нужна бутылка с плёстками. Вот. Ну вот тебе блестки. То есть бутылка с водой, вот тебе бутылка с водой. Ой, как они так за секунду могилку построили? Это, наверное, последний сделал, все. Ладно, все. Я понимаю, что это будет ванна. Что пылесос сюда так и не добавили. А не ванна, это ракетчик. Хочешь мне больше? Ты ничего не сделаешь, братан. Это бесполезно. Ты слабак против сектанта? Да я не сравнюсь ни с кем. Я сильнее, я практически сильнее до фагбума практически. А ты тут ничто просто по сравнению со мной, дебил. Я выиграл. Короче, сейчас опять буду прокачивать здоровье на 18 тысяч. Ну, короче, надеюсь, вам понравилось видео. Как вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!